Вот такая грязь. Месим грязь. Месим грязь. Вот, нашим сеткам мы обтянули ее целлофаном, чтобы нам не дуло. Вот такой вот сарайчик. Это, наверное, ножиком надо? Так, ну-ка. На ощупь понимаешь. Ну-ка. Ух, как вы хорошо сделали. Ты посмотри. Надо олить. Если не идет красное, то готово. Ну вот не идет вроде как. Ну все, готова, она готова. А с той стороны? Да я тоже самое там. Это тарелку скинь, да и все. А я сам не готова. Вот надо до разрез. А где у нас, мам, блюдо? На столе. Ты брала большое. А, поднос имеешь в виду? Ну, а разрежь на железо? Да в чашку железную лучше, дочь. Да, ну, готова, да? Ну, вот. Ну давай эти снимаем туда. Кого? Шашлык. Готов? Да. Давай его сюда попробуем. Может, вот тут, сюда. И по бокам этот. А она не сплавит? Она расплавит. Да, почему я переживаю. Да, конечно, металл же. Да? Конечно. Нет, я имею в виду курицу. Не, я понимаю, но... Тут же только она в целлофане лежала. Готово? Нормально. А. Так, профессиональные сейчас действия будут происходить. Да? Ты что, дали действия? Они должны треть. Они у вас хорошо получились прямо, они по-любому прожарятся. А где? Дай мне перчатку. Шо? Перчу, дай мне потом. Кажется, оно еще не прожарилось. Да. Я говорю, курица будет подольше. Да. Повыше его ставь. Ну, вот в этих... ну и шашлыки надо ставить уже. Пошли с краешку, да, чтобы сильно... Что-то там мило сказать, наверное, да? Ну и шашлыки можно, место же есть. Да, а то потом разжигать, когда еще? Два, наверное. Нет, угли-то не будут да в ту сторону. Да есть, вот они. Да мало они туда не надо сдвигать. Да томиться же надо, она же поджаривается и так. Можешь еще немного. Вот так вот. Не могу показать класс. Шашлычник. Так вот, глядишь. Ну вот да это, не надо. На картошку-то надо. Баб, ну там пока даже это еще не просто. А есть, да, уже там? Я там думала... забитая, да? А, я думала, что не это. Потом будем, когда курицу уберем, будем шашлык свиной и свинину делать. Тогда еще партию, да? А ей ничего не будет. Она там может лежать хоть сколько картошки. Да? Да. Она обугливается и все. А что ждать-то? Пусть она пока тудым-сюдым. Сейчас пока, видишь, другим занимаемся. У меня нет свободных рук. Пока сейчас девчонки то сделают, потом... Да вот засыпать таких рук. Вот сюда засыпь, чтобы не забыть. Мы разведали, где туалет теплый, а? В самом начале, на парковке. Нет, это не теплый. Это... Других не знаю. Это вот, где этот... В кафе, может. Да, вы видели? Мы просто не видели. Пойдем разведаем. Мы вас оставляем тогда.